И снова в снежном плену дворы Вологды. Но техники на этот раз в два раза больше. Управляющие компании увеличили свой автопарк. Если на прошлой неделе было задействовано 19 единиц спецмашин, то сегодня городские дворы расчищают уже 43 трактора. Работают и днем, и вечером, ориентируясь на погоду. Погода нам преподносит сюрпризы, да, вот, и мы стараемся руку держать на пульсе всегда. Вот. Конечно же, в режиме практически онлайн сейчас на данный момент уже смотрим погоду, потому что погода меняется очень стремительно. 179 у нас из домов обслуживания, 330 тысяч квадратных метров, дворников 58. И ну, у нас свои техники сейчас на данный момент нет, поэтому мы привлекаем. Как правило, это два подрядчика, как минимум два трактора. Работу над ошибками сделали коммунальщики после того, как мэр Вологды Сергей Воропанов на прошлой неделе раскритиковал их работу. Дисциплинарное наказание получил и чиновник за ненадлежащий контроль уборки дворов. Исправилась ли ситуация? Сегодня этот вопрос прозвучал на еженедельной пресс-конференции в администрации Вологды. По состоянию, так скажем, на 2 февраля, которое... Это у нас на пятницу фактически все дворовые проезды были убраны, осталось там порядка 15-20 штук. Это мы говорим только, которые под управлением управляющих организаций. С 1 июля лицензионный контроль за управляющими компаниями по Череповцу и по Вологде переданы именно на уровень муниципалитетов. Это еще один механизм контроля за нерадивыми коммунальщиками. Сейчас за уборкой снега во дворах следят сотрудники административно-технического отдела. На прошлой неделе выявлено порядка 50 нарушений по уборке дворовых территорий. Три протокола выписаны за неубранные с крыш сосульки. Если управляющие компании не исправят ситуацию, то их ждет штраф. В крайнем случае жильцы могут общим собранием сменить компанию. 90% жалоб в департамент поступает именно на работу управляющих компаний. Магистральные улицы убраны лучше. Подрядчик с января работает в ежедневном режиме. Изначально контракт и объемы работы закладывались под выделенное финансирование, и уборка в зимний период закладывалась раз в 3 дня, то есть только в снежные дни. Для того, чтобы обеспечить уборку зимой в надлежащем виде, то есть был расторгован дополнительный контракт на дополнительные дни уборки, чтобы уборка осуществлялась ежедневно. Контракт получила компания «Магистраль», которая уже занимается уборкой. Теперь каждый день город чистят более 100 единиц техники и порядка 130 дворников. Только за прошлую неделю в Вологде толщина снежного покрова составляла более 30 сантиметров. После небольшого перерыва сегодня снова пошел снег, и осадки продолжатся. Большие снегопады в центральной части страны. В Москве сугробы достигают 43 сантиметров. В связи с погодными условиями в столице ввели свободное посещение в учебных заведениях. В Вологде таких мер вводить пока не требуется, но вот контроль за работой управляющих компаний будет жесткий. Жители свои обращения могут оставлять на странице «Вологда в порядке» в соцсети или специальных ящиках «Мы вологжане», которые установлены в 15 точках города. Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Вологда РФ.